Приветствую. Сегодня я предлагаю поговорить о... Слышите? Это сектор раскрывателей раскрыл очередную видеокарту. Не советую попадать на них в социальных сетях. Безумные люди. Так вот, цель сегодняшнего видео проста. Сравнить три имеющихся процессора. i3-3240, i5-2500, i7-6400T. И тестировать их мы будем в игре, которая хорошо чувствительна к изменению как частоты, так и к количеству ядер процессора, GTA 5. Итак, результаты. Как видим, инженерный образец Skylake в стоке показывает примерно те же результаты, что и i5-2500. При этом, видно, что процессор на архитектуре Sandy Bridge имеет максимальную загрузку по ядрам, что говорит о достижении его предела, в то время, как у Skylake есть запас. Двухъядерник i3-3240 уступает конкурентам, проигрывая практически вдвое. Что вполне логично. Два ядра, даже с технологией HyperThreading, не могут конкурировать на равных с полноценными четырьмя потоками. И еще, хотелось бы подлить масла в огонь, исключительно для тех, кто считает, что разницы между представителями i3 третьего и шестого поколений нет. Именно, i5-2500 является близким по производительности к i3-6100 и показывает с ним практически равноценные результаты в играх. Как бонус, тест еще одной плохо оптимизированной под многопоток игры, Total War Rim 2. Хочу передать привет раскрывателям. Как видим по мониторингу, и двухъядерник, и четырехъядерники нагружают видеокарту на все 99%. Как же так получается, что FPS отличается? Шах и мат. Видно, что i5-2500 является, бесспорно, лучшим в этом тесте, а учитывая его текущую стоимость, я крайне рекомендую обратить на него внимание. А на сегодня это все. До скорых встреч!